Дисклеймер. Привет, Рит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить Лего Star Wars Война Клонов. Знаешь, что-то я захотел пройти супер главного босса, вот этого вот. Захват... Нет, не то. Одену. Это финал из всех... А, подожди, это что? Замок судьбы? А, это, наверное, там, где мы Джабу получили. Хотя, ладно, хер его знает. Я не помню, вот это вот я хочу пройти. Свободная игра. Угу. Так, а ну кого... Да, насрать вообще. Каждый раз. Каждый раз кого... думаю, кого выбрать. А, вообще, хер. Да, кто с ним смотрит не до конца. Смотреть надо до конца и очень внимательно. Потому что уже был вопрос, а когда ты покупаешь персонажей? А вот эта ловушка, понятно? Потому что в конце видео я покупаю персонажей. А кто не смотрит, значит не смотрел видео. Вот так вот, понятно, да? У кого такие вопросы возникают, все ясно, все ясно. Смотрят там, значит, понемногу, либо в ускоренном виде, либо перематывают и такие. А, насрать. А потом вопросы возникают. А как это? А откуда это? А вот оттуда, собственно. Надо внимательнее смотреть. Блин, это мне везде надо... Ну, спасибо, мы хотя бы эту миссию не на время проходим. Спасибо, и на... Зачем ты это ускорение сделал? Я не буду сначала всех выигрывать, потому что сейчас закончится миссия, и мы будем сражаться с этим чучелом. С моей горы, на чем этим. Да ты заколебал ты, господи. Ты можешь слезть просто. Давай, вот так вот, отлично. Кто там нужен? Ага, эльф этот. Ага. Да давай, вставляй. А это у тебя такой костюм? Слушай, а кого ты вообще выбрал? А чё мы включили, я не обратил внимания. Ага, вижу. Ну, давай, оп. Чтобы захватить вражескую базу, я понял, а что мы сделали? А, это надо... еще и скажите на время, это все надо. Ай, ну куда... А, вон, вижу, куда это привело, подожди. Мне же тоже надо все сломать, правильно, чтобы получить все монетки. Всем монетки говорю. Подожди. Так, вижу. Ага. Чтобы заработать, ну вообще, все бонусы какие тут есть, чтобы все бочонки накопить. А что ж такое? Куда вы меня тащите вообще? Ой, синий джедай, у меня, оказывается, его не было. Ну, спасибо. А, я забыл, подожди, неуязвимость у меня есть, да? Вот в самолетике этого нет. У мотоцикла, космо, не знаю, как это назвать. 2 из 5, хорошо. Ну вот, я нажал на последнюю кнопку, и чё? Чё-то меня как-то кинули, не? Тебе так не кажется? Или в обратную сторону тебе надо? Серьезно, в обратную сторону тебе? Вот это, конечно, развод. Это на скорость, что ли, надо было? Да куда ты спрыгнул? И, по-моему, там уже успел отключиться. Хотя оно все время красным мигает. Так, быстрее. Так, валим. Оно где-то с этой стороны было. Да, с этой я просто сомневался уже, вправо готов был ехать. Угу. И где? Ага. И последнее, где-то вот здесь. Какое странное здание, если это не на время. Твою мать, это на время все-таки, да? И я не успеваю, ни хера себе тут, с какой скоростью надо ехать. Наверное, с нормальной просто не купить. Оно не нажалось. Не, нажалось. Блин, быстрее. Чё-то эти все лампочки мигающие, блядь, отвлекают. Давай так. Ну. Я не представляю, это что, идеально надо, что ли, по времени пройти? Идеально это слишком быстро. Я понял, пошли назад. Сначала вот это все поуничтожаем хотя бы часть. Потому что, ну, отвлекает реально. Ага, да, наконец-то. Соизволил, блин, сломаться. Так, и сколько оно исчезает вообще, держится? Ну, пока что-то как-то долго. Почему тогда там исчезало? Может, это время начинает отчитываться от второй, а не от первой? Как думаешь? Угу. Так, ладно, давай попробуем, начиная от второй. Так, погнали. Но это же самое быстрое, какое здесь есть, правильно? Давай, полетели дальше.
Пошли. Вот здесь где-то. Да, блин, проехал. Это самая быстрая хрень, других тут нет. И насрать, да? Тут надо что-то побыстрее. Я не знаю, я посмотрю, может тут что-то есть побыстрее из транспорта, но пока я его не вижу. Так, это не ломается. Ладно, потом это сделаем в конце уже. Сейчас не хочу над этим заморачиваться, туда и сюда ездить. Так, хорошо. Хорошо, оно хотя бы стрелочкой мигает, что конкретно сломать надо, потому что за каждым бы задолбался просто ездить. Еще они же возрождаются, эти вот камни, правильно, чтобы ты монетки мог накопить. Еще по 10 раз каждый вот это вот ломать. Ага, вижу, во. Так, еще вон там есть. Тоже сломали, хорошо. Назад возвращаемся. Так, вот, вижу. Блин, и парочку баз все-таки придется сломать, понимаешь? Зачем? Что? Чтобы постройки могли быть новые. Куда там еще стрелки ведут? Ага. А где? Вот где-то с этого края должен быть. Опа, это что такое вообще? Я вот после Лего Бэтмена, блядь. Сука. Там же как надо было? Ой, я задавил своего, что ли? Там как надо было, чтобы выпрыгнуть? Пробел нажать. А здесь пробел, это ускорение. Здесь наоборот. Чтобы вылезти... Что, кончены? Что? А, 50... Подожди, 50 дроидов или 50 армий? 50 дроидов еще возможно, 50 армий до хера. Ну и где они? Сука, они чуть-чуть прячутся, вот. Да, это 50 дроидов, это вообще говно, слушай. Так. Сорян, вы просто цель для задания. Так. Они в каждый ряд это по 5 дроидов, правильно? Итого сколько? Правильно, 10. Так. Хорошо, второй только? Чего гоните? Нифига себе, вот это я долго, конечно, езжу. 8 минут только 2 бочонка, да ну. Как так вообще? Опа, подожди. А вот почему только 2, потому что я их пропускаю. Ты что, мудак, что ли, а? Ты нахер это сделал? Петушара вообще. На тебе, понял? Тебе лично. Нельзя, тебе повезло. Ну и где я теперь? Ну здорово, они мне теперь мстят. Козлы. Так, там внизу что? Есть, бать? Ну и что ты мигаешь? Ну вот что? Что здесь вообще? Мигает он тут, сидит. Смотри, опять. Да слезь ты уже. Ну не сло... Тут на кью слезть. Только не говори, что опять на время что-то сделать. Так, R2-D2. Где он у меня? Ага, универсальный есть. Но он туповат немного. Так, и что у нас тут? Да твою мышь. Мороженка? Ну кому я тут должен мороженка-то? А, ты понял. Ни хера себе. Это он музыку делает сам, когда я Enter жму. Раз, погнали. Ну, по-моему, он медленнее намного. Может, просто не засчитывали там, потому что этой корабликом надо принципиально этой тележкой с мороженым. Хотя управляемость у него получше, это да. Ладно, военный корабль-то не впускают, этот маленький. Под силовое поле. Ну, мороженчика, блин. Куда я еду? Хоть правильно, нет? Хер поймешь. По-моему, я одну где-то уже пропустил. Не, нажал там. Где последняя? Ну, где-то вот здесь должна быть. Да. Я прям срезал неплохо. Но все равно не успел. Да вы гоните вообще. Ну, я тебе говорю, оно медленно едет. Мы им бы... А, я все нажал зеленые. Слышишь?
А в чем прикол тогда? Где-то еще что ли есть? Вон оно опять исчезло, видишь, отключилось. То есть тут на время все-таки надо. Но я не успеваю на этом говне. Что то, что вот это вот, оно вообще не приспособлено так быстро ездить, как они хотят. Может, они хотят, чтобы я вот так вот петлял и объезжал все эти минки. Но то, что взорвать все эти минки, я сомневаюсь, потому что, ну, это перебор. Ты чё? Я вообще с ума сойду это все делать. Ой, понятно, нахер это говно. Я не знаю, как я это должен проходить. Надо что-то нормальное, скоростное найти. Потому что вот, это нереально. Прям супер бесячая штука. Так, ставим. Куда это? Туда куда-то. Уйди вообще. Так, это вставляем. Ну вставляйся, ты что, вставить не можешь? Блять, опять рукой помогать, давай. Но оно не хочет. Может, оно, и может, я не туда вставляю? Да нет, вставилось. А что ты тогда въёбывался, сидел? И здесь вообще с первого раза. Что за херня? Ой, бля. Да, блять, верни ты его. Пусть с вами, пускай так будет. Синие монетки откуда-то появились вообще. Так, нет, ну тут там ничего нет. Нам хоть и показывают, что там надо, но там вообще ничего нет. Где-то здесь показывают, но это то, которое наверху было, да? Отойди ты, олень. Здесь, здесь. А, да, вот это вот. Давай вот этих тоже уберем, чтобы не мешали. Давай вот так. Кто у нас там? Где Джаджа Бинкс был? Ага. Так. Шака. Не, допрыгнул, допрыгнул. Он не допрыгнет. Так, там еще белые стрелки где-то были. И мне надо как-то на скорость пройти. Но это что-то странное вообще. Ага, ага. Так, и куда-то вот здесь белые стрелочек много показывают. Вот куда-то под землю. Что я там, блядь, должен сделать вообще? Ага. 10 из 10. Здорово. Вот здесь под землю показывают. Тут я явно ничего под землей не сделаю. Я не знаю, может, под землей это имеют в виду, можно будет это сделать, когда, ну, карта следующая будет, правильно? Когда земля сломается. Может, на это намекают. Давай так ставим пушку. Давай так. Слушай, сейчас вообще строить не жалко. Столько, блин, бабла накопили. Давай. Напоминаю, это только X48. У нас уже 1 800 000. Так. Блин, а прикинь, если бы на той миссии, где мы накопили прям огромную кучу, я бы прошел вот последний, когда все иксы накопил. Сколько денег я накопил. В целом, сейчас туда идти уже и нет смысла. Правильно. Потому что мы уже накопили там. Так вот, по этой штуке серебряной тоже можно долбануть, сука. Не попадает. Так, давай поддержку с воздуха возьмем. Вот, вот этот танк. Он явно тоже не скоростной. Он прям вообще не скоростный. Давай. Он даже не знает, что такое скорость. Хотя, слушай, двигается не сказать, что прям медленный. Хм. Ладно, тогда я все равно вообще не понимаю, что мне с этим делать. Давай так. Так. Давай и силовое поле тоже отключим, потому что напрягает. Давай. Спрыгиваем. Быстро побежали. А нахер ты меня жаришь, слышь? А, ну у меня неуязвимость все равно. Но все равно неприятно. Давай быстро. Кстати, у нас здесь нет врагов. Ну, то есть этих двух конченых, которые бегают и нам мешают. Тут мы можем спокойно все сломать и все. Там еще наверху пишут, что что-то есть. Серебряное, нет? Не, не серебряное. Тогда жопа вам. Так, не стреляй по мне. Кстати, неуязвимость распространяется и на этот, на технику. То есть у нас до этого не было неуязвимости, серьезно? По-моему, я это прям самым первым покупаю, когда есть возможность, не? Я в шоке с себя вообще. Так, заколебешь. У меня из-за тебя лазер немного отходит от цели. Хорошо, долбануло. А внизу, по-моему, там серебряное было, правильно? Уйди ты, ходит он тут. Так, внизу, 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 внизу.
Не, обычная, тогда нормально. Да-да, пытается, конечно. Ага, удачи. О, он уже сбежал, слабак. Так, поехали дальше. Так, я не буду все уничтожать сразу, понимаешь? Это, в этом нет смысла. Так, давай, так, 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 так. Ага, вот здесь, чтобы сразу две серебряные сломать. Спрыгиваем. Вот здесь пушку еще одну ставим. Так, так. Хорошо. Прыгаем. Первая серебряная. Так, куда ты целишь? Ну вот, 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 вот. Все, аккуратно давай. Все прям сломать сейчас за один раз не нужно. Слушай, ты у меня мой танк уже угнал. Падла. Так. Так, допустим, допустим. Есть у нас реально что скоростное построить? Ну, потому что я сомневаюсь, что это надо фургончиком с мороженым. Но другого варианта как бы нет, правильно? Вряд ли нам его тут просто так дали бы. Это вообще глупо. Тут мы уже ничего построить не можем, да? Да. Много места занято. Там зачем-то стрелка стоит синяя. На золотой штуке. Не знаю, наверное, там надо что-то построить, чтобы закончить этот уровень. Так. Поддержка с воздуха. Что у нас есть? В целом только это. Так, у этого хрени. Какая скорость? Может, это побыстрее чуть-чуть будет. А, нихера себе. Я думал, это то, которая маленькая. Нет, это не то. Так, хватит отбирать у всех технику. Сядь. Давай так. Хорошо. Поддержка с воздуха. Может, тут это вот быстро двигается хрень. Ну, хоть что-то же должно, правильно. Все, больше, по-моему, тут техники никакой нет. Ну да, это чуть-чуть побыстрее двигается. Вот с нее и попробуем сейчас. Она стреляет, конечно, ублюдки, но она не для стрельбы нужна. Ублюдки, в смысле, очень медленная. Так, вот здесь мы включили и погнали. Погнали, погнали, погнали. А может просто... Ну, вряд ли. Я думал технику поставить на эти места. Но это глупость. Почему? Потому что... Ага. Потому что ее заберут потом. Союзники же. Ну да, по скорости, смотри, быстрее явно. Хотя... Может просто проще, потому что силового поля нет. Хотя у нас тут и путь как бы не через силовое поле идет, а вокруг него. Просто если и сейчас нет, то я уже не знаю, что с этим делать. О, да, смотри, то есть на этой штуке надо было сделать. Так, хорошо, дальше пытаемся разобраться, на кой хер нам дали фургончик с мороженым. Что вы хотите, чтобы я с ним сделал вообще? Мороженку продал. Наверное, все синие монетки надо было с ним собрать. Так, далее у нас остается еще две стрелки, но, по-моему, это уже в следующей идет локации, потому что... Да, блин, едь давай. Потому что сейчас мы ничего уже сделать не можем. Правильно. А, мы типа тут не можем построить, потому что ядро под силовым полем врага, что ли? Смешно, смешно. Да, здесь мы, видишь, ничего не можем сделать. А давай попробуем все-таки построить. Вдруг прокатит. Куда, куда, куда? Я на мороженком. Это невозможно уничтожить. Ладно, я вас понял. Да, здесь нельзя строить. Тогда ломаем вот эту хрень, которая мешает нам. Ага, здорово. Из золота. Конечно, кто бы сомневался. Отключаем. Но нам хотя бы силовое поле обратно никто не включит. Спасибо и на топ. Так, теперь надо забрать наш лазер. Пиздец ты олень. Дал сюда. Придурок, блядь. Вот так вот, херачим. Ну куда ты? Ну вот, вот, вот есть цель. Опа, стоять, стоять, стоять. Лазер мне прям нужен. Стоп, 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 стоп. Дай, 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 спасибо. Поворачиваемся. Здорово, чтобы не тянуть время, давай не будем тут прям полностью зачищать территорию. Давай просто построим здесь и все. Давай так. Да, дай пройти. Да, сработало. И на этом завершится уровень сейчас. Даже? Ну да. В смысле, прям завершится уровень? Вот этого я, конечно, не ожидал. Подожди. А как нам те два бочонка получить? Они прям, ну, невидимые были. О, чуви. Стоп. Я прям не согласен. Я прям очень сильно не согласен. А как? Что мы там не сделали?
построить вообще все, сломать вообще все. Я не знаю, что там надо было сделать. Годзилло. Не, подожди, Годзилло, правильно? То есть у нас тут был, ну, сам Годзилла. А где он? Что за херня? Кстати, в натуре, где Годзилла? Нет, кого ты взял вообще? Где наш реально Годзилла этот? Куда он делся? Он же тут был. Это его прям карта. А его сейчас нет. Какого хера? Убери нахер это. Годзилло. Ну, куда он делся? Так, сразу берем. Знаешь, потому что этого нет, ладно? А, у нас еще ничего нет. Ну ладно, сейчас за 2 секунды накопим. Давай, где? Что тут можно? Вот это вот. Бац, и у нас хватит денег до конца игры. Здорово. Но я не понял, как тогда эти две стрелки? А нам то, что красное 0 из 5 считалось. Оно засчиталось, не? Все 5 мы собрали. Что за хрень вообще? Прикол, я реально не понял. Вот здесь вот прям, да-да-да. Но что здесь надо будет? Давай реально попробуем все уничтожить и там попробуем не строить эту фигню. Потому что другого варианта у меня нет. Ой, как же еще надолго ломается. Наконец-то. А тут можно построить пушку. Давай так. Так. Да сядь ты, бро. Ох, твою мать, нахуй ты строишь. Сядь. Нет, а ты, слышь, а ты съебался вообще. В лес он, смотри. Только поднял жопу, он уже свою пристроил, а? Давай так. Ага, ага. Так, это тоже ломаем. Хорошо, а то борзели вообще. Так, поворачиваемся с этой стороны. Мы не попадаем, потому что нам нужна... Нужный танк вот этот вот. Давай. Да. Ну, прикол, честно говоря, я вообще не оценил. Что за херь? Давай реально попробуем вообще все построить, что есть. Все уничтожить, что есть. Это первый. И второй, все, что построить все, что есть. Ну, реально хороший план, правильно? Так. Так, хорошо, пошли дальше. О, давай фиолетовый соберем, чтобы прям вообще больше не напрягаться. Хорошо. 4,5 миллиона нам более чем достаточно. Давай так. Отключаем. Сейчас сначала сломаем вообще все объекты, кроме серебряных, и серебряный в конце сломаем. Слушай, ну реально, а что за прикол? Я не оценил. Где Годзилла? Блин, там опять фиолетовые выпали. Ладно, хрен с ними. Нам сейчас не до этого. Но сначала надо разобраться, что за херня вот здесь вот происходит. Я не знаю, кстати, успеем ли мы после того, как сломаем все построить, так что давай сразу начнем строить. Угу. Давай. Вот, освободили территорию сразу на 1 из 5. Видел? Почему 1 из 5? Так, орудие так ставим. Ну, орудие, конечно, не лучше, с чего начинать можно. Поддержка с воздуха, давай вот тут. Главное, чтобы мой этот танк не угнали пока. Ну и пошли назад. Все. 3 из 3 построили. Давай. Садимся. Ах ты, сука, он его угнал. Вот, блядь. Он его угнал и сломал, прикинь. Гондон, блядь. Урод. Сука, просто. Какого хера они вообще берут мою технику? Пидорас. Ну, зашибись. И где мне теперь его обратно искать? Пригони мне еще один. Как тебя вызвать вообще? Так, спасибо. Да убери ты отсюда его. Поставил? Нет, еще не... Ну и когда ты привезешь? Он вообще летит, не? Наконец-то, я думал, он не привезет, пока тот старый не сломается. Типа, сломаешь старый, купим новый. Так, ладно, назад отъезжаем. Интересно, за что 1 из 5 дали? Потому что там, по-моему, я 5 как раз таки не собрал. Я собрал только 4. Но на них как бы и стрелка не указывает, понимаешь?
Вот в чем проблема. Понимаем? Или вот этих вот. Одной из пяти пушек. Тогда это более логично, но там, по-моему, я... Один неуязвимость. Вы чё? Вот это, конечно, неожиданно было. Плохо, что у лазера по этим пушкам такой же урон, как и у меча, собственно. Это прям грустно. Давай так, гранатометами ставим. Так, ставим. А защитный вихрь. Хрен с ним, мы не будем его никуда направлять. Пускай сам стоит. Что хочет делать. И так ставим, хорошо. Так, где? Ага. А, ну ты, конечно, удачно стал, да. Но один из пяти, смотри, не подтверждается больше никак. Хотя там пушку мы тоже уничтожили. Во, а, не, ну один из десяти это не то. Так, кстати, берем пушку вот здесь. И там уничтожаем серебряные объекты тоже лишние. Давай вот этот вот. Куда? Вот, вот, вот. К тому же туда уже привозят, блядь, тормоз просто, а. Направляю, ему вообще похер. И так, и так. Заколебали, какого хера вообще? Неуязвимость, что ли, отключилась? Так с хера ли вообще? Нет, включена. Может, предыдущий уровень как-то багнулся, поэтому была неуязвимость. И на технике тоже. Блин, тогда зря я завершил уровень, кто же знал. Правильно. Эй, ты до танка далеко не отгоняй. Да какой мудачок тут конченый просто бегает. Причем за меня же. Берут у меня просто, сука, все забирают. Козлы вонючие. Давай так. Хорошо, и это тоже. Так. 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 Казармы надо их тоже сломать, потому что затрахали уже появляться. Во-первых, давай пока танк призови. Потому что тебя потом хер дождешься. Угу. И строим, не знаю, еще одну казарму. Нельзя, хорошо. Поддержка с воздуха. Вот ее пускай и поставим. Ну давай хоть немножко быстрее вызывай, что ли. Там уже бегут, видишь. Так, давай вот так вот сделаем, чтобы они мне новый танк не сломали. Хорошо? Так, так, так. Нет, ту точку я не буду брать. Вот. Конкретно вот эти вот гондоны затрахали меня уже. Вот так делаем. Ой-ой-ой, пушка медленно поворачивается. Мне это не нравится. Еще этот урод на страусе его провоцирует. Хорошо. Блин, успели появиться, да? Да не-не-не, иди в жопу. А за что дали один из пяти-то, я не понимаю. Давай так. Давай-давай-давай. А, там еще одна казарма есть. Блин, они еще много будут бегать. Они ж не сломали. Нет, мой танк не сломали. Я думал, они его уже сломали. Давай-давай. Так, этот лазером сломали. Так, эту тоже надо сломать. Ну, там просто серебряная пушка. Мы ее заколебем сломать. Давай так. Чуть-чуть отъедем, чтобы эта пушка нас не трогала. Давай так. А, тут еще один объект, который призывает. О. Не-не-не, это тоже сразу нахер. Ну и тут, наверное, серебряный. Не, под серебряный лучше с той стороны строить. Тут построим что-нибудь еще другое. Штурмовики тоже какие-то тут у меня безмозглые попались. На месте ходят. Давай так. Генератор поставили. Я не знаю зачем, но все равно мы им пользоваться не можем. А, ну только руками разве что. Но руками это так себе. Так, хорошо. Теперь прыгаем так. И в нижний отправляем. Я не знаю, что еще делать. Ну и нигде ж не говорят уроды 2 из 5. 2 из 5. Что это вообще такое? Я ломаю камни? Так я их до хера сломал. 2 из 10. Не тот, видите ли, камень получается. Да и это не самый, блин, быстрый транспорт. Давай лучше сломаем. Блин, а если мы сломаем последнюю пушку, то скорее всего... Давай вот так вот слезем, просто чтобы нам подкинули... Сюда наши, ага. Самолетики, мы на них намного быстрее полетим. Так, давай. Ну вот это мы пробовали уже. Так, опять я ускорение взял. Не, подожди-ка. Это, во-первых, что нам дает?
Ага, это просто так. А это нам... Не то, не то. Кто из вас тут может? Давай ты... Понятно, я тебя понял. А, 50, не, это не то, это мы уже делали. Это вообще не то, что нам надо. Видишь, тут еще и камни восстанавливают обратно. И ты вообще хер знает, какими пользовался, какими нет. Хей ломал, точнее, какие нет. Давай сначала по краям, потом те, которые в центре. В центре, да, их не так много, так что сначала по краям ломаем. Но тоже уровень странный. Где Годзилла? Как его получить вообще? Или он только в сюжете? Да, так это тоже нечестно. Если я в сюжете не забрал эти бочонки, ну значит в сюжете их нельзя забрать. Надо свободная игра. Вот этот еще утырок ездит, его почему-то вообще никто не трогает. Нахер я столько вообще своих ставил. Так, 3 из 5 фиолетовые, ну здорово. Где еще мне взять их? И как он, кстати, выглядит? Так, это оно? Нет, не оно. Чтоб я прямо, если увижу, в ту сторону и ехал. Так, это тоже не то, это которое 10, да-да-да. Ну, по кругу мы, считай, проехались, и 35 уже есть у нас. Ой, иди нахер со своим счетом, он мне сейчас не нужен. Мы это уже сделали. 9 из 10. Это мы тоже строили, это мороженка была тут. Вот эти вот белые... Нет. Опять же, хер знает. Есть из 10, нет, это просто синюю монетку дали. Ладно, поехали теперь в центре, поищем. Ага, вот это мы не ломали еще. Аккуратней. Так, главное, чтобы они эту пушку случайно сами не сломали. И не завершили мне просто уровень. Вот так по-скотски. Да я понимаю, что вот здесь вот, но что я должен сделать тут-то, а? Хер его знает, что вы хотите от меня. Хранилище наборов? Что? А еще раз канает? Только одно, да? Так, ну это один только. Вот это, конечно, было неожиданно. И еще один, я думаю, это стопудово. Который 5 надо накопить, но мы так и не находили 5. Но хранилище наборов, конечно, построить это нежданчик было. Так, надо опять где-то к центру ехать, потому что, возможно, где-то еще в середине, потому что пока мы все сделали. Не засчитывается, бля. Ну ты понимаешь, что мы просто есть и ищем камни. Насколько это, блядь, тупое занятие вообще. Зашибись, чё. Может, врагов еще надо всех уничтожить. Я не знаю. Всю вражескую технику, блядь. Опять 3 из 10, хотя в прошлый раз я, по-моему, 4 из 10 собрал, и все. Хотя, возможно... Фу, из 5. 1 из 6? А вы, блядь, раньше не могли мне об этом сказать? А что тогда до 3 из 5? 3 из 5? Я что тогда и все 5 не находил, что сейчас? Ладно, я понял. Возвращение на базу, давай. Так, ну хотя бы один бочонок мы сейчас забрали, правильно? И сейчас тогда второй заберем. Но один из 6, это, конечно, неожиданно было. Неожиданно. Да-да, плюс еще одна деталька, продолжить. И возвращайте меня обратно. Вот это был неприятный сюрприз в самом конце. Так, давай так. Так. Угу. Годзилла, давай. Свободная игра. Тут давай так. Ага. И погнали. Что ж у меня такие-то сюрпризы попадаются постоянно в конце? После того, как минут 10 полажу, поищу, где оно вообще все находится. И тогда, конечно, появляется, да? Где, блядь, подосрали так, конечно. Где эти пункты призыва недоквашек этих? Вон, вижу, в самом конце. Эйба. Давай, доедь, чтоб тебя не разъебали, конечно. Твой этот мотоцикл. Чё, едет хрен знает как.
А, да, у меня же есть ускорение, я забыл. О, слушай, ускорение прям хорошая штука. Она прям ускоряет. Прям нормально, слушай. Ты прекращай с этим. Ты еще меня здоровье начнешь забирать. Да хорошо, один из шести есть. Следующий. Они где-то вот здесь, вот в углу. Да-да-да, вот. Давай. Ну кто же знал про это, правильно? Ой, я его... Если протаранить, то больше урон, что ли? Да не, херня. И сейчас у меня, кстати, тоже неуязвимость на корабле почему-то появилась. Тоже непонятно откуда. Ну и это занятие, я хочу тебе сказать, тоже тут еще геморрой. Давай тут что-нибудь тяжелую технику можем призвать. Ага, хер там. Тут даже некуда призывать ее. Давай. Куда поперся? Повернись, ага. Есть еще. Еще два. Один. Куда погнал? Видимо, подумал, что я для него отчет веду. В гонках. Решил поучаствовать, мудак. Ты прекрати стрелять вот так вот. Еще три штуки вот таких вот. Вот это вот дырочка, Няша. И не дай бог здесь не дадут синий бочонок. Но я ж не занимался такой херней, правильно? В первый раз. А во второй только один в конце. Так что по-любому за это мне еще не давали бочонок. 4, 6, давай, следующее. Место. Угу. Кстати, его же можно вот так, когда ломаешь, и добивать вручную, не? Не, хер там. Блин, я думал, типа джедаем, помнишь, он запрыгивает, отрубляет. Короче, отрубает куски и все. И это полностью техника ломается. Так, блядь, заколебали. Я в этих кусочках не могу выключить. Так. Ага. Наконец-то последний. Давай. Чуть-чуть осталось. Так. И... Свободен. Блин, допрыгнуть бы еще. Отлично, допрыгнул. Возвращение на базу, сохранить, да, теть. Давай, сколько там на этой базе вражеской пробежимся разочки, все. Кстати, что я обратил внимание, а что за херня? Мы, по-моему, уже несколько выпусков подряд сохраняемся на нашей базе, правильно? На базе республиканцев. А, нас перекидывают все время к сепаратистам, какого хрена? Я, может, что-то забыл, но, по-моему, именно так. Мы сохраняемся там, а нас кидают сюда, почему? Этот прикол мне не нравится. Так, давай быстро пробежимся, просто посмотрим. Так, есть, нет персонажей или... И все, и пойдем на сегодня. Так, тебя купили. Я тоже, тебя и тебя. Муху эту тоже. Почему тут мухи в виде зомби? Это прямо в мультсериале так показывали? Потому что, ну, в предыдущий комплект саги там муха был вот этот продавец Айнакина. А здесь прям, смотри, прям черти какие-то. Прям демоны вонючие. Хотя, ты уже был там, что ты хочешь два раза тут? Так тут можно как-то поднять, да? Да. Ага, проходим суд. Так, его мы купили, хорошо. Вот здесь что было, я уже не помню. Как его, кстати, тут открыть? Тоже хер его вспомнишь. А, вот здесь пригнать этот... Ой, не, это надолго. Не хочу. Что, надо пробежаться еще где-нибудь. У нас вот эта вот цапля летающая тоже была. Но мы ее не покупали давно. Так. Здесь никого, что очень странно. Вообще ни одного персонажа. Почему так? Ага. Ну, миссии, кстати, тут даже меньше, чем в Бэтмене. Вот это вот очень странно и очень грустно. Тут сколько всего? 15? 16? 17 миссий? 18? 17. Подожди. Джаба? Охотники? Ну да, 17, по-моему.
Или я одну какую-то забыл. Ну, 17-18, короче, миссия, это очень мало. Когда там у нас сколько? 6. Не, по 5, по-моему, да? 5. А 6. 5 глав? 3. 6. 30, короче, миссий было. Все, я вспомнил. Там было 30 миссий. Ладно, давай. Там было 30 миссий, капец. А здесь вообще, я считаю, ничего. О, мы же самолеты тут можем покупать. Не, самолеты и остальную вот эту вот хрень, технику мы купим уже потом. Сейчас это нам не надо, потому что нам будут кидать лишнее. Это мне не надо. Взорвать надо. Слушай, ты умеешь взорвать, не? Какой ты бесполезный, я в шоке вообще. Нахер ты вообще нужен? Ты еще и тупой какой, а? Переключиться хочу на другого персонажа, он, блядь, ездит. Угу. Ладно, пошли с той стороны. Ну, не может быть. Пока очень мало. Слушай, у нас целый ряд еще. Целый ряд. Ладно, тех, которых в капсулах покупать, но это там буквально пару штук остались. А, те еще, которые в тюрьме. Точно. Блин, тут тоже надо будет поднимать. Угу. Да ты еще поднять не можешь. Аж тех, которые в тюрьме поосвобождать. Там, кстати, тоже какой-то красный кирпичик нам откроется. Возможно, их 10, кстати. Ой, смотри. Я только сейчас заметил. Надеюсь, это только в этом выпуске. Такая полоска, как будто вертикальной синхронизации нет. Нифига себе. Так, здесь нет, 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 нет. Ну, всякое говно пособирали, конечно. Вот здесь вот было вот это вот сопля летающая. Сейчас он есть тут. Не, видимо, его кто-то вытер. Ну и, где мне его теперь искать? Зашибись. Вот было отлично, просто идеально, когда вот просто персонаж в магазине был и все. А вот это вот бегать просто по всей карте, по всей галактике искать этих мудаков. Так, так, так. Ой, реально, не дай бог, чтобы еще, чтобы открыть всех персонажей, мне реально, вот для чего нужны были эти планеты там за стеклышком. Для того, чтобы просто покупать разных персонажей. Не, это будет перебор, ты что? Это сломает любую детскую психику. Не-не-не. Такого нельзя делать. Ладно, пойдем освободим всех заложников. Понятно, это чуть-чуть не то. Куда ты? Оно где-то с этой стороны должно быть. Ну и где? Так далеко. 16 часов только прошло в этой игре. Уже довольно-таки много прошли. Сейчас еще, если купим всех персонажей, на это время тратить не будем. Остальное вообще быстро пройдем. Золотой кирпичик этот в космосе как-то найду, как его вообще получить. Подожди, а вот это вот что за... А как я его должен... Ага. А за них что-то дают? Может, за это, кстати, и дадут золотой кирпичик? А где мне фиолетовое брать? А цели какого задания? Что ты несешь? Блин, а где фиолетовые шарики тут главное брать? Непонятно. Возможно... Скорее всего... Не, я сомневаюсь. Думал, может, какой-то экстра? А, подожди, мы их взрываем, и за это дают фиолетовую монетку просто, да? А ну. По-моему, за это просто фиолетовую монетку дают. Ну-ка, 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 ну-ка. Не, фиолетовую монетку за вот этих летающих упырей дают. Опять же странно, почему нам начали давать за них фиолетовые монеты? До этого не давали. Да и розовые шары мне где брать. В космосе просто в открытом. Так, понятно, они сейчас замучают меня с этим персонажем. А тут я могу его поменять? Да, могу, отлично. А вот на тебя вот так и поменяю. Дальше твои проблемы. Так, пошли. Сейчас заложников надо всех освободить. Но я не помню, как там было это. Пришел, да? А че, ебал, недовольный. Так, пошли сначала. Посмотрим, там персонажа можно поменять. По-моему, в центре где-то можно было. Во-во-во, куда вы с ракетами тут? Так, вот здесь где-то был. Не, здесь нет, там
по-моему, тоже нет. Придется вот сюда идти. Плохо. Стоп! Блядь! Я хотел сначала посмотреть, кого там вообще надо было брать. Ну ладно, если что, темная сила есть у нас. И обычная джедайская. Тут возьмем какого-нибудь охотника. Универсального. Этого робота. Не-не-не, не то. Это как бы и охотник, и робот. Так что вообще удобно. А заколебешь. Где ты там? Ага, вот он. Хелиос 3D. Бля, название как будто болячка какая-то. Так, сейчас идем, освобождаем заложников, и на этом все. Все. То последние несколько дней и так не высыпаюсь, блин. Давай. Аккуратней, ты куда по мне палишь? Так, ты куплен. Наверное, вот что имеют в виду, когда говорят, все покупаются. Так, здесь это мы освободили, это мы освободили. Вот здесь вот нужен робот, отлично. Ты у нас универсал, давай. Так, давай, отлично, покупаем. А здесь нам нужен охотник за головами. Видал, какой, да, отличного персонажа. Просто, слушай, шикарный в этой игре он. Прям имба. Давайте, подожди, ты у нас только что был. Он у нас только что бегал, какого хера? Че он два раза у нас покупается? Так, я тебя понял, давай. Во-первых, вот так делаем. Почему-то не ломается. Во-вторых, вот здесь. А тут как активировать? Какая нахер наземная битва доступна? Вы в курсе, когда я еще давно это открыл? Насколько? А, вот это вот херня, которую я вообще не понял. И как мне ей делать? И что? А, во, сработало. Это надо было, чтобы все синие лампочки включились. Блин, вот это вот, когда покупаешь персонажа, вот это, конечно, на весь экран включается, тоже абсолютно неудобно. Нахер вы так сделали? А, это последний прям персонажа. Капец. Блин, ну этот хер, конечно. А, это он откроет вот эту вот панельку, и это я понял. Давай тебя возьмем, и тебя уже обменяем. Опять наземная битва доступна. Как будто у нас до этого было недоступно. Да? И так спокойно все проходилось. Не, этот не прокатит. Нужен, да. Но здесь электрическую эту рыбу бандита мы точно не сможем найти случайно. Правильно. Угу. Так что нам придется прям целенаправленно брать вот эту вот дрыща. Блин, а я не того еще персонажа поменял. Давай сначала вот так вот делаем. Подожди, там, по-моему, какие-то новые были. Так, сначала берем этого, да, на всякий. Блин, они ушли, уроды. Так, давай так. Вот это, не, этот у нас был, я понял. Так, нет, нет, это у нас все те же, правда, неадекватные, что-то агрессивные. Так, берем далее. Где этот был? Аболтус. Это ты? Нет, не ты. Куда тебя запихнули вообще? Вот, про вот эту вот соплю я говорил. Его сейчас найти вообще не можем. Хотя она раньше была. Будет очень обидно, если она больше не появится. Типа там был определенный момент, когда можно купить и все. И где ты? Так, так, так. Давай рыбу просто электрическую возьмем и все. Я ее хотя бы вижу. А и так. Хорошо, пошли. Угу. Да, я надеялся, он хотя бы электричеством бьет. Ну просто как-то согласись, обидно и глупо. Есть электрическая рыба, но током бить не может. Ну что за бред вообще? Так, понятно. Ага, ясно. Угу. Угу. Блин, хотя он даже как рыба стрёмный. Угу. Сейчас нам откроют. Блять, а там не говори, что робот нужен был, сука. Я ж не то вообще сделал, что надо было бы. Хотя и не зря взял рыбу, может там охотника надо брать. Охотника, видал? Вообще идеально, сейчас все совпадает, давай так. Warm life, тоже какой-то лошара. А как нам теперь кирпичик получить, слышишь? Доступно, да вы заебете. Как мне кирпич получить? Прям активировать все-все-все надо одновременно. Одновременно. Ой-ой-ой, ты давай. Вот так, во-первых, во-вторых, так, и вот так. А то вы, блин, поменяли персонажей. Не на тех вообще. Ты против своих воюешь, дебил, блин. Прекратите. Так, хорошо, появился рычаг, но его тоже дернуть не можем.
И вот здесь не можем активировать. Почему? А почему мы это все активировать не можем? Ага. Ага. Что, вот это неожиданно. А я что, это реально делал, что ли? И вот это вот даже делал. Я вообще не помню, чтоб я этим занимался. Тут все равно активировать нельзя. Наверное, потому что уже открыто. Ага. Допустим, допустим. Так, ну там получается тоже вот эта вот хрень есть, правильно? А, эти вентили, наверное, нам откроют красный кирпичик. Блин, я надеюсь, там хотя бы что-то достойное будет. Иначе зачем я всем этим занимаюсь? И опять, кстати, обрати внимание, не темная сила у нас, а обычная. Джедайская. Так, давай так. Давай так, так. Открутили. Вверху тоже сломали на всякий... Зачем ты это сделал? Да, прекрати ты этим заниматься. Тоже открути. А, да-да-да, видишь, мы когда вентили крутим, зеленый этот токсин течет. Вот, и мы теперь это купили, наконец. А, детали от суперперсонажей. А, фу, детали от персонажей. Я понял, типа, когда враг умирает, с него монетки выпадают. Ну, а это в целом нам не надо. Вот это вот херь, почему закрыто постоянно? Как мне ее открыть вообще? Она так ни разу и не была нам доступна. Обрати внимание, кстати, странно. Ладно, тогда на этом все. Все ссылки в описании. Пиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинуть. Также подписывайтесь на канал, чтобы посетить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.